Посмотрите на нее. Стэнли, твоя новая тачка? Это она. Ждал 3 месяца. Тебе нравится машина? Я хочу прокатиться на новой машине. Мне его разбудить? Прошел где-то час. Я просто сделаю вид, что не заметил, что он спит. Эй, Стэнли! Его не разбудили ни я, ни собаки. Стэнли, я хочу снять видео в слоумо. Как ты офигенно выглядишь в своей тачке. И ты сможешь его скинуть друзьям из Южной Африки. Тебя такое интересует? Звучит классно. Звучит классно. Мои друзья уже просили видео, но я сказал, что ты не снимаешь его. Нет, я сниму. Они хотели увидеть машину. Можешь снять еще и машину? Да, я сниму машину. У тебя есть умные очки? Ты это слышал? Пав-пав. Да, да. Оцени мою новую фотку в паспорте. Это даже круто. Правда? Да. О, господи, Кейси! Зачем? О, боже мой! Мне пришлось обновить паспорт, потому что у старого кончился срок действия, новый прислали по почте, и я всегда захожу как можно дальше с фоткой на паспорт. Что такого получится учудить, прежде чем они скажут «нет»? Смотрите, это офигенно. Пока, Джорджи. Пока. Пока, малыш, я очень тебя люблю. Мамуля. Пока! У Джорджа улыбка до ушей. Пока-пока, люблю тебя! Пока, люблю тебя! Прошел где-то час или полтора нашей поездки вдвоем. Если верить знаку, который мы недавно проехали. Сейчас мы на высоте 900 метров. И тут прохладно. Кэндис, тебе взять вкусняшек на заправке? Так холодно. Что там? Что ж, мы доехали, и вот где мы проведем эту ночь. Я впервые буду спать в трейлере Airstream. Что? Что ты... Что скажешь, Кэндис? Очень круто.